другой тело. С анестезией не стоит, да? А вы знаете, проводниковую анестезию делать не стоит. Во-первых, это опасно. Разовьется ситуация, вы одна не справитесь в кабинете. Даже хорошо укомплектованная аптечка, противошоковая, это все очень стремительно. Такие случаи есть, не надо об этом забывать. Они чисто психологически просто действуют, да, больше, потому что мы работаем глубоко. Здесь надо вот настроиться, вот на два входа, все. Любой, знаете, и пациентам, я не пугаю их, не говорю о риске, да, там, фактического шока. Я говорю, вот вы знаете, право выбора за вами.